друзья, такого дизайна в 29 квадратных метров вы еще не видели. Пойдемте объясню почему. Так, ну, у нас, ну, во-первых, дверки профиль Doors. Ласковые, красивые, с алюминиевой вставочкой. Очень хорошие, надежные и очень крутейшие. Ой-ой-ой-ой-ой, как здесь все преображается, все это... Вот заходишь и начинаешь просто, ну, кайфовать от этого всего. О, кстати, Андрюхе я забыл сказать, Серый, я краники ж привез, ты ему не говорил? Да, мы сейчас, я просто отвлекусь, мы сейчас купили, дождались вот такие краники красивые, и ему надо краников выдать, Серый, обязательно. Если я забуду, еще раз, сам ему скажи, пожалуйста. Так, здесь у нас будет стоять стиральная машина, вверху будет стоять сушка, и еще выше будет бойлер. Розетки, я здесь понял, Шнайдер стоят, симпатичные. Беленькие. Это, да, по-моему, так сейчас написано что-то. Веркел. Нет, прикинь, это веркел такой. Вот так вот. Вот так вот. Даже я не знаю, что иногда такие вещи есть. Продольное освещение. Это вообще вещь уникальная и дорогая. Мы дождались плиточку. Вон она, без затирки как раз. Вон она, симпатяга. Вот, сюда уже тоже купили беленький, маленький этот. Здесь выведены провода еще на подсветочку. Подсветочка зеркала, подсветочка, тут много-много разных будет подсветочек. Так, инсталляция ГРОЭ. Так, этот я уже показывал, включал, что все работает. Вот такой вот интересный краник. Я так понял, такой модификации обычно идут с термостатом. Вот кнопочку нажимаем. И температура, то есть она не сработает, пока температура выставлена не будет 38 градусов. То есть, а дальше ты уже можешь ее отрегулировать, перекрывается она, соответственно, убиранием в бок. Что могу сказать? Ирина наша вообще большая, молодец, выдумщица и вообще супер человек. Вот. Поэтому я уже даже поговорил с некоторыми со своими заказчиками. Я говорю, вам надо по-любому подружиться, потому что я это буду знакомить это. Смотри, частично уже собрали мебель, шкаф. Давай, может, ты отсюда, наверное, возьмешь, нет, ракурс? Вот, то, что, допустим, с кухни будет намного круче смотреться. И я сейчас дверку прикрою для того, чтобы как это все в сочетании, то есть оценить масштаб, то есть как сочетание плитки, подсветки, обоев, наличников, то есть даже простой выключатель веркел, и тот здесь, ну, вообще в теме. Вот, ну что за молодец, вот, я не знаю. Причем это, представьте себе, это дистанционно все это делается. Дистанционно. И человек, сидя за компьютером у себя, и все он это выбирает, и это, ну, больших трудов стоит. Поэтому... Я чуть приоткрою, жарковато. Поэтому мы уже даже были здесь с будущими заказчиками, смотрели ремонт. Видели бы вы эти глаза яркие, когда, ой, это, он говорит, просто, говорит, какая красота. А когда увидела вот эти обои, она говорит, боже, какая красота. А сейчас еще здесь уже стоят уже лампочки, вот такие вот клубнички. Ты представляешь вообще конечный итог этой... Это... Блин. Вот... Очень милая квартира. Да, причем, знаешь, сделать именно... Тут еще шарик какой. О, уже гардероб собрали. Ты глянь, какой тут шарик еще тоже. Я его когда увидел. 29. Люди на 50 квадратах не всегда могут сделать то, что Ирина сделала в 29 квадратов. Что мы можем? Мы только можем сказать «Yes, sir!» Все, «Yes, ma'am!» Вот, и бежать просто, бежать, делать что-то, помогать, покупать. То есть, ну,
Я вот, ну, искренне рад за Ирину, где она будет жить в такой квартире яркой. Это обои вообще вот эти вот, то тоже вот, я не знаю, как они так подобрали обойки, конечно, супер. Очень, очень круто, очень суперски это все. Оно все в такой теме именно четкой. Не знаю. Как для дистанционного ремонта выбрать весь свой материал вот так. То есть это, мне кажется, это дорогого стоит. Ну, конечно, не без нашей помощи, но наша помощь какая? Просто вы написали, мы сыграли. Так, а вот уже начинается красивая сборка мебели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шикарно. Все это такое. Вот весь процесс, он в процессе, потом... Процесс в процессе, понял? Yeah. Весь этот процесс потом приобретает видимость, вот когда уже все там, все уже приобретает краски, приобретает какой-то внешний вид. И думаешь, и вообще, вот, если честно, даже некоторые не верится, что это мы делаем. Понимаете, вот мы заходим, смотришь, да ну, классно сделали. Вот, а сейчас пойдем на другую квартиру, покажем, как делается черновой ремонт. Вот кто-то скажет, откуда тебе знать там туда-сюда. Нет, я вчера крутил теплый пол с ребятами, после этого еще поехал на тренировку, я еще там преподавал, там, так что и сегодня колено опять вот такое, связка чуть-чуть это подводит. Вот, но ничего это не помешало нам сделать видео, сделать хорошее. А сейчас ребята будут заливать, то есть мы покажем сразу, как стяжка, теплые полы там и так далее. Опять весь этот процесс можно, ну, отследить, посмотреть. То есть никаких, в принципе, не должно возникать даже вопросов по ни качеству работ, ни исполнению, потому что все это на поверхности. И вам, я думаю, друзья, кто уже давно смотрит наш канал и давно на этом сериале уже строительном, обязательно все эти потом будут, попробуем сделать нарезочки, как это все было, как это все снималось, как это все квартира превращается с черновой вот в такую яркую красоту. Так что комментируйте, радуйтесь друг за друга, потому что квартиры уже на конечном этапе. И я думаю, те люди, которые друг с другом как-то вот дружат или знакомы, или уже что-то, или начинали вместе ремонт, я думаю, это, ну, большая радость друг для друга поздравлять, скажем так, своих соседей с окончанием ремонта. Вот, так что я радуюсь, в принципе, вместе с вами. Вот, и что, ставьте лайки, комментируйте, и всего доброго, пока-пока.